Всем привет, всем здравствуйте! Вы с Ириной Якут в Америке и на моем канале. Сегодня вы можете приобрести брамен со скидкой в 65% или кошелечек от Coach. Прежде чем писать мне, что вы хотите эту сумочку, зайдите, пожалуйста, в описание, я в первых строчках напишу «Сумочка номер один в наличии» или «Сумочка номер один забрали». Точно так же сумочка номер два и точно так же кошелечек. Ну и раз я начала говорить про сумочки, то давайте сумочкой номер один у нас будет вот эта золотая Керолайн. Я не смогла пройти мимо. Вчера забегала в магазин, и там 65% скидка. $345 стоила эта Керолайн, и $120.75, ну не купить ее нельзя, тем более, что золотой цвет в моде. Мы уже все понакупили себе золотых джинс, золотых жилеток, золотых лоферов, всего-всего золотое. Ну, конечно, нам нужны золотые сумочки под нее. Так, это Керолайн Смол, которая, ну вот она из-за цвета, видимо, 345 стоила, 120.75 сейчас. Такие у нее два пятачка есть. Недавно обзор на эту сумочку был, поэтому, в принципе, тот, кто хочет Керолайн, уже все про нее знает. Я просто показываю, что все в наличии, ремень в наличии, пыльничек в наличии. Вот такая вот красавица. Вот так вот смотрится на человеке. Такая приятная сумочка. Можете мне писать про нее и забирать ее. Она ваша. Я вам посчитаю с доставкой, потому что это будет зависеть расчет сумочки. Когда вы пишете «я хочу эту сумочку», я всегда спрашиваю, вы хотите посылку собирать? Потому что если посылку собирать, то я вам сразу доставку не считаю, от объема она не сильно увеличивается. Когда, например, одна сумка, там маленькая сумочка, вот не такая, поменьше, $80, а потом каждая следующая там $15 добавляет. То есть поэтому я всегда уточняю. Если одну сумочку, то я вам предложу какую-то доставку скомпоновать с кем-то. Но обычно я это делаю на маленькие сумочки, не на большие. Так, хочется кошелек уже показать. Мысли бегут вперед. Но сумочка номер два. Это красавица в изумрудном цвете. Кто-то ее спрашивал и кто-то ее ждал. Фиора. Тоже совсем недавно на нее обзор у меня был. По-моему, прям именно эту я вам и показывала. 120.75. Возможно, ее сейчас купить вот по такой цене. И когда я вам делала обзор на нее, я тогда вам не сказала, что у нее на донышке вот такие вот ребрышки. Что у нее вот здесь вот нет ножек. И краешки у нее вот так вот выглядят ребрышками. На этих ребрышках она и стоит. Красавица необыкновенная. Кому нужен шопер внутри с кармана под замком, это то, что нужно, потому что она необыкновенно легкая. Я вам показывала, сколько она весит. По-моему, где-то в районе килограмма. Плюс-минус, я не помню досконально по граммам. Так, ну здесь вот еще пленочка приклеенная. Сумочка абсолютно новая. Пыльничек тоже есть. Длинного ремня у этой ручки, у этой сумочки не предусматривается. У нее ручки вот здесь вот на регулировке. Сейчас они на самую длинную, но вы можете их отрегулировать покороче, если вдруг будет такое желание. Но мне кажется, что для шопера как раз длинные ручки и хороши. Так, что там еще у нас завернуто прям? Там что-то завернуто внутри. Самое интересное. Что нам тут положили? Продавец кому-то записку оставил. Кто-то написал, это должно быть моей на английском языке. Видите, не исполнилось их желание. Плохо отправляли запросы во Вселенную. Это наше, это не ваше. Так, пыльничек есть. Внутри, ну, в общем-то, я все показывала. Кармашек под ювелирные какие-то вещи, под драгоценности. Три должно быть кармашка, да, третий маленький под ручку, два накладных здесь. Приличный карман под замком с этой стороны, большой карман под замком внутри. Прекрасный карман большой сзади, то есть спрятать туда какие-то вещи очень даже возможно. И хорошо тем, что она не просто на кнопочке, а она еще и вот так вот закрывается очень надежно. Сумка обалденная. Цвет у нее, конечно, волшебный. На каждую сумку смотришь и думаешь, может себе оставить. Ну вот про такую так не думать просто нельзя. Ладно, цену я назвала тоже 120.75, потому что тоже стоило 345. Пишите, она будет
у меня в описании называться как сумочка номер 2. И кошелечек от Coach. Тоже не смогла не забрать их. Было там, он не один, но я сразу девочке написала, которая там просила меня скидывать ей новости, если будут. И один кошелечек уже у нас забрали, и вот этот вот остался. Он $175 изначально стоил, а сейчас у него цена 61,25. Это модель бутика. У нас в магазине только модели бутика. У нас аутлета здесь рядышком нет. Кожа с сафьяном, кармашек под замочком на задней стеночке. Но черный благородный кошелек от Coach, я так думаю, многим нужен, поэтому тоже про него, пожалуйста, подумайте. А внутри он весь, ну нет, не весь, он кожаный внутри. Почему не весь? Потому что вот здесь вот подкладка, ну здесь просто листочек вставлен. Можно его, конечно, не вынуть, в принципе. Вот здесь вот подкладка тканевая, темно, такой темно-вишнево-коричневый цвет у нее. Такой же, вот как вот у этой вот кожи. Вот здесь такая нежнейшая кожа на клапане. И внутри вот эта вся часть кожаная, то есть вот здесь вот слоты под карточки, и вот этот вот отдельчик. А вот здесь вот уже, вот в этом отделе, там подкладочка, так это тут документики, книжечка лежит к этому. Так, здесь тоже подкладка вот на этом вот накладном кармашке. И с этой стороны... Ну, понятно, что я уже сказала, здесь кожаная, то же самое получается. А нет, не то же самое. То есть больших отделов у него вот этот вот. И вот здесь вот еще один закладывается. И вот этот накладной кармашек. Потому что вот здесь на передней стеночке прострочено до конца. То есть только слоты по бокам. Вот такой вот благородный кошелек. Очень достойный. Достоин нашего внимания, достоин быть в нашей коллекции. Пишите мне, пожалуйста. Всем всего доброго. Берегите себя, своих близких. Пока-пока.